Привет! Вы на канале Тыковка ТВ. И сегодня снимаю новое видео, которое называется My Little Pony Zombie Apocalypse. И что, давайте начинать! Что? Что за... что происходит? Что же за... Да что там такое? А ну-ка... Да, конечно, этот, так скажем, мини-защитное поле или мини... Я не знаю, как это называется. Штука, короче, которая нам не сделала Селестия, не помогает. Так, ладно. Видно, пора вставать. Вот и хорошо, костер. Это всегда хорошо. Ой. Утро. Доброе утро. А, да, доброе утро. О, я вижу, все уже встали и все, ой, тихо, готовы. Идти дальше, ну, я не знаю. Я, скорее всего, останусь у себя. Я тут думаю, как бы, все же в доме безопасней. Еды, конечно, мало, но хоть что-то есть. Зачем оставаться дома, если есть шанс выжить? Ты что, хочешь превратиться в этих зомби до конца своих, так скажем, лет? Конечно, я не хочу, но просто вариант, так скажем, шанс выжить просто как бы один... Не знаю даже, как сказать... 99,1. И ты правда думаешь, что прям все зомби прям вот будут прям вот за тобой гоняться, да? Если здесь машина, то это еще один шанс нормально, как бы тебе сказать, преодолеть большое расстояние. Но машина-то есть, просто, как бы тебе сказать, вдруг эти зомби будут нападать на машину, как бы глупо как-то думать, что они будут просто стоять. Господи. Не бойся, с тобой будут ехать две принцессы, так скажем, правительницы всего Понивилля. К сожалению, мы не можем остановить эту эпидемию, как не хотели бы. Но мы можем хотя бы, по крайней мере, защитить тебя и нас троих. Вот на это у нас хватает нашей, так скажем, мощи, силы. Да, поэтому я думаю, нам надо поторопиться. Давайте поедим и пойдем искать машину. Легко говорить. Вон там уже два зомби стоят. А, ну да. Ха, ну и дело 2 минут. Просто надо их, так скажем, стрелять и все. В чем? Мы единороги, как бы, ну, не, мы аликорны с Луной, а ты единорог, это еще лучше. Как бы у нас у всех есть магические силы, поэтому нам не должно быть это проблематично. Ах, если бы. Пегасы тоже их много, они же могут с неба атаковать. А мы кто? Мы полупегасы, ну, короче, мы аликорны. Да, я думаю, Селестия права. У нас есть преимущество, а тебя мы очень хорошо защитим. Ну, тогда... Не знаю. Тогда давайте. Ну вот, шикарно. Что ж, давайте поедим и собираться. О, хорошо, поели. Ой, ну что ж, пойдемте дальше. А, ну хорошо, идем. Но все будем на чеку. Это уже не просто мир. Это мир зомби. Ха, мы это уже поняли. Да, поэтому
Мы уже всегда наготове и готовы сражаться. Это хорошо. До машины недолго. А вот... Что? Что произошло? Просто, как бы сказать, машина находится почти что у соседнего дома, там. Ну и что? В чем проблема? Быстренько долетим? Или пробежим? Да вот в том-то и проблема, там больше всего зомби находятся по пути. Почему-то им нравится именно там находиться. То есть у этого дома, у моего хотя бы, так скажем, еще мало зомби, а вот там их как-то много. Я не знаю, с чем это связано. Ну, возможно, им там что-то, их что-то привлекло. Ну ладно, мы попытаемся каким-то образом все вот это отбить, отстреляться и пройти к машине. Я надеюсь. Что ж, тогда в путь. Давайте. Пока, Том. Пока. Я тут была немного, но... Пока. Что ж, пойдемте. Пошли. А вот и машина. Беру свои слова назад. Тут их много. Но как сказать много? Где-то 4 штуки. Но я все равно не понимаю, что привлекло их сюда. Странно. Думаю, нам этого не понять. Главное просто расчистить территорию, так скажем, путь к машине. У кого какие идеи? У меня есть одна безумная идея, но с вами она очень реалистична. Ну, какая? Да, говори быстрее, мы хотим уже уехать отсюда. Эх, так. Так, слушайте. Смотрите. Так как вы все же имеете и крылья, и... Ой, рога, и рог, то... Все может получиться идеально. Ну и что ты предлагаешь? Что получится? Какие действия, какие планы? Да, я бы тоже хотела немножко пояснить твой план. Если хочешь, чтобы мы просто, не знаю, как-то безумно начали стрелять, и это не вариант. Могут и другие прибежать. Что у тебя есть за идея? Во-первых, это во-первых. Одна из вас, ну, допустим, ты, Селестия. Спасибо. Летишь вон туда. Видишь, где заборчик? Да, довольно-таки жуткое место. Ну и что делать там? Там ты начинаешь сверху их привлекать, а мы сзади подходим, и все. Логично. Я тогда полетела. Эй, вы, мерзкие создания, идите сюда. Перед вами я, живая пони. Ха-ха-ха, не достанете меня? Ну, а нам-то что делать? Иди, иди. Просто продвигаемся. Ага, поняла, поняла, поняла. Ну что, начинаем. И готово. Только я думаю, немножко очистим пространство. Все, давай, Селестия, вниз. Это было довольно-таки легко. Ой, прости, легко. Я поняла. Так, вроде как неплохо. А вот и она, моя машина. Так, вот она идеальная, самая идеальная в мире машина, что есть только. Так, работает легко. Просто берешь, ну и там управление легкое. Короче, я вам покажу все. Она очень хорошенькая, но, конечно же, немного в пыли, так как я на ней не ездила давно. Ах, моя сладкая машинка. Так, значит, у кого какие идеи, что делать? И куда ехать?
Так, давайте для начала заедем в небольшую библиотеку. Может быть, там будут какие-то ответы. А, согласна, но библиотека находится далековато от места, куда мы хотели ехать. Ну, хотя бы посмотреть. А, ладно, давай. Тогда залезаем. Да, машина очень вместительная. Ладно, давайте. Если вам понравилось это видео, то поставьте лайк, подпишитесь на мой канал. Не забудьте обязательно нажать на колокольчик. И еще напишите в комментариях, обязательно пишите в комментариях, заметили ли вы чего-нибудь странного. У меня такое ощущение, что что-то тут не так. И всем пока! 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 Жми на пол!